На территории музея-заповедника Горки Ленинский состоялось традиционное спортивное мероприятие «Ленинский забег». Принять участие могли все желающие от мала до велика. Для каждого атлета организаторы подготовили дистанцию по силам – 4,5 или 9 километров для взрослых и 2 километра для детей. Также на трассу вышли любители северной ходьбы. Очень такое интересное, важное мероприятие. Легкая атлетика в округе, в принципе, не очень развита, но вот это мероприятие, оно все больше и больше привлекает народа. Многие бегуны приезжают на этот старт ежегодно. Для некоторых из них он стал окном в любительский спорт и мир бега. Я регулярно принимаю участие в Ленинском забеге. Спасибо, что он вообще есть, потому что сейчас все старты вообще платные. И мало где можно принять участие любому человеку, любого возраста, любой подготовки. Спасибо, что организовали такой забег. Популяризация спорта, здоровый образ жизни. Стараемся все это соблюдать. Опять же, пример молодежи. Ну и для себя, для удовольствия. Тренируемся 4 раза в неделю, поэтому, в принципе, готовы пробежать спокойно, не торопиться. После обязательной разминки участники отправились покорять свои километры дистанции. Новички бежали в легком темпе, получая удовольствие от идеальной беговой погоды и открывающихся видов на осеннюю природу музея-заповедника. А быстрые атлеты боролись за призовые места. Первым на дистанции 4,5 километра финишировал видновчанин Дмитрий Рыжов. Я постоянно занимаюсь спортом, во многих стартах участвую, но стараюсь все время на данный старт приезжать. Уже 3-й раз участвую, все время в призах. Сегодня приятно было снова победить. Победителем на длинной дистанции стал мастер спорта международного класса по военно-спортивному многоборью Алексей Крылов. Я просто первый раз здесь участвую. Круг не знал. Я с ребятами побежал. Ну, второй круг как бы сам своим темпом побежал. Где-то около 3:23-3:25. Стоит отметить, что 2-е место занял руководитель клуба «Богатырь» Алексей Корытько. А значит, легкая атлетика для тяжелоатлетов – далеко не пустой звук. Так как у самого много очень спортсменов, много подготовок разных. А самого на тренировке мало времени. Я вот как хобби бегаю. Вот поэтому участвую в свободное время. Победители и призеры получили заслуженные награды, а все участники – заряд бодрости и хорошего настроения. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».